Салика Продакшн Студио. Ты сейчас стараешься не волноваться, то есть ты начинаешь петь так, как ты поешь. Ну просто никого как будто здесь нет. Ты решила сама к зеркалу подойти, фанера включена, и ты пошла петь. Как ты это будешь делать? Давай. Раз. Давай конкретно, мочкани конкретно. Луч солнца золотого. Вообще не останавливать ничего не должно. Прям берешь и все. То есть поешь одна сцена. Ну и что, что мы тут находимся в небольшой комнате. Ничего страшного. Знаешь, как ты поешь? Ты, конечно, чистенько поешь, молодец, ничего не говорю. По поводу интонирования. По поводу ритмической основы. Ты поешь. Луч солнца золотого. А почему не? Луч солнца золотого. Почему не распеть это? Ночь пройдет наступит. Ночь пройдет наступит утро. Ты вот так вот рубишь, прям вот ровно, вот как композитор написал. То есть без распевности вот этих вот нот, а их нужно распевать. Давай сейчас попробуем. Вспомни вот так. Луч солнца золотого. Прямо так, спой поехали. Луч. Нет, смелее, это далеко микрофон, и ты начинаешь гаситься. Лучше вот так начинаешь. А я пою. Меня ничего не держит, я хочу. Луч солнца золотого. Луч солнца золотого. Ну, попадай, хорошо, молодец, молодец. И сейчас припев тоже. Ночь пройдет, наступит. Попробуй, 3, 4. Ночь пройдет, наступит. Еще смелее, можешь круче еще спеть. Ты пока гасишься, я понимаю, что есть волнение, там, ты меня первый раз видишь, я что-то требую, тебя, понимаешь? Это нужно выполнить, потому что нужно понимать, как работать, мы же хотим ее снять, да? Ночь пройдет, наступит у... Вот прям распевай, не надо быстрее заканчивать, спеши. 3, 4, поехали. Ночь пройдет. Ночь, начни конкретно. Снова сразу. Ночь. И пошла развивать дальше остальные звуки. 3, 4, поехали. Ночь. Нет, это далеко микрофон. Давай. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Утро, не пытайся быстрее, утро сразу не руби. Утро ясное. Распевайте, ну. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена, и между нами снова. Ты не затягивай, ты поешь. Между нами снова. Вот лучше так, а ты вообще затянула сильно. И знаешь, что будет прикольно, если ты после каждого, вот это, после луча и будешь дыхание брать. Луч, вот цепное дыхание возьми так. Солнце, это для, даже эмоционально классно звучит. А ты пытаешься спеть на одном дыхании всю фразу. Луч, солнце, видишь, это некрасиво. Но на будущее, или если вы застряли где-то, да, я имею в виду, ну, у кого-то занимаетесь уже, ну, куча лет прошло, ничего уже не делается, застревание идет, человек не растет, вы должны найти того специалиста, который устроит точь, и который ее будет дальше вести, именно вести, а не так просто, вот мы ходим, деньги платим, там, ну, что-то происходит, ничего не происходит, а должно происходить, вот она, допустим, ну, хорошими данными, кстати, очень, музыкальная девочка, вопросов нет. Она должна быть везде, на YouTube, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте, с песнями, с репетициями, с тем, что видно, что над ней работают, что она работает.
сама, чтобы она была заинтересована, чтобы заставляли тексты быстрее наизучить, чтобы какие-то эксперименты делать, чтобы песня не была вот так вот, лишь бы наизусть как-нибудь выучили там и типа сняли. Нет. Такая тяжелая работа идет. Вроде бы там ха-ха-хи-хи, раз, и на экране уже что-то интересное, грубо говоря, понимаете?